По предварительной оценке, численность постоянного населения Красноярского края за 7 месяцев этого года сократилась на 4700 человек. Сейчас в регионе проживает примерно 2 871 тысячи человек. Тенденция касается и нашего города. Мы решили узнать у прохожих, почему, на их взгляд, жители покидают Канск. То, что работы нету. Это самая важная причина. Ну, конечно. Что ищут молодые люди? Работу. Отсутствие промышленности и работы – главные причины оттока населения из Канска. Люди говорят, что город не развивается. Медицина стоит на месте, культура приходит в упадок. При этом некоторые считают иначе. Главное – желание. С ним даже в нашем городе можно найти и работу, и хобби. Я недавно приехала сюда. У меня есть желание здесь учиться и работать. Если кто захочет жить, он, конечно, найдет себе и работу, и зарплату. Но все же в поисках лучшей жизни некоторые люди готовы колесить по стране. Сказывается на желании уехать и потенциальный заработок. Так, например, в Краснодаре программисту 1С предлагают зарплату от 80 до 150 тысяч рублей. Чаще всего готовность к переезду в своих резюме указывают жители Норильска 38% и Ачинска 31% от общего количества соискателей. В Красноярске таких кандидатов набралось 25%, а в Канске на 1% меньше. Нет заработка в городе, и негде учиться, ну и молодежь покидает город. А вот сами когда-нибудь задумывались о том, чтобы уехать? Да. Куда хотели бы? В Красноярск. И как? Ну, не знаем, сейчас сперва доучимся, а там уже дальше видно будет. Население Канска сегодня составляет 89 870 человек. В районе проживает около 20,5 тысячи сельчан. Одна из главных причин сокращения населения – маленькая рождаемость. Это связано с демографическими ямами 90-х годов и нашего времени. Численность девушек репродуктивного возраста невелика. Кроме того, многие из них выбирают отсрочить материнство в погоне за карьерой. За 2016 год у нас были цифры 1950 родов, в 2017 году практически на 200 родов меньше, 1772. Если, значит, выходить на эти цифры вот за 9 месяцев, то мы примерно равняемся на прошлый год, примерно такие же цифры. Но цифры будут такие, а рождаемость у нас вышла такая за счет районов. Рекордно низкий прирост населения зафиксирован в 2017 году как в целом по стране, так и в Красноярском крае. Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение рождаемости и уход естественного прироста населения в минус. То есть в ближайшие несколько лет смертность будет превышать рождаемость в регионе. Татьяна Сандул и Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.